Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня у нас, как всегда, распаковочка. И наша на сегодня новиночка. Это коллекция Fast Food. Я сделала вот такие конвертики. И мы возьмем их три, как всегда, для новиночки. Так, три. Предыдущая коллекция новиночка Minecraft. Один конвертик. Единорожки. Один. BT-21. Возьмем два конвертика. Три Шопкинса. Мини-лента. Один конвертик хочу сегодня. Ам-ням. Шарлотта земляничка. Новогодняя коллекция. Возьмем. Два хочу. Коллекция коты рулят, или я люблю котов. Холодное сердце. Гравити Фолз. Веселые прилипалы. Вот он помятый убрать. Киндеры. Малюсенькие этот возьму. С канала люблю рисовать. Спанч Боб. И вот такая огромная куча конвертиков у нас на сегодня на распаковочку. Я разложила конвертики в порядке, как у меня расположены коллекции в каталоге. И начинаем мы распаковывать с мини-ленты. И нам попадается вот такая вот водичка Боржоми под номером 1. Ребята, делайте ставки, какая страничка соберется быстрее. С продуктовой или с бытовой химией. Ну а мы двигаемся вперед. Коллекцию с киндер-сюрпризами. И нам попадается, скорее всего, миньончик. Да, это миньон. И это последний миньон в нашей серии миньонов. Серия миньонов, как я и хотела, собралась первой. Идем дальше. Веселые прилипалы. Мы взяли один конвертик, вот такой вот помятый. Давно на него смотрю и все забываю его взять. Так, и нам попадается Злюка. А Злюка у нас уже есть. Вот такой вот Злючка. Пускай полежит рядом с каталогом. В конце уберем конверт для повторочек. Так, следующая коллекция с амнямами. Открываем, достаем. Нам попадается вот такой вот амнямчик, который просит покушать. Кстати, вот он похож очень на этого, но этот сидит на табуреточке. А этот без табуреточки и чуть побольше размером. Номер 10. Вот здесь. Идем дальше. Коллекция «Коты рулят». Под номером 7. Значит, это повторочка. Попадается вот такой вот котик. Следующая коллекция Шопкинсы. У нас три конвертика. Открываем первый. Криспи чип. Какие-то сладкие чипсы. Номер 91. Это здесь. Закуски для вечеринки. Да, скорее всего, это чипсики. Во втором конвертике прячется Шопкинс под номером 25. Арахисовая паста.
подарков, а на первых страничках вот здесь. И открываем третий конвертик. Так, что-то яблочное. Это, наверное, просто яблочко. Самое первое в нашей коллекции, не считая ограниченный выпуск. Дальше у нас в каталоге коллекция «Холодное сердце». Вот здесь. И вот конвертик. Открываем. Ищем сюрпризик. И находим повторочку. Вот такого маленького олова. Пускай полежит рядышком. А мы идем в коллекцию от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Ссылочка на нее, как всегда, в описании. Что же нам сегодня попадется? Нам попадется вот такой вот мимимишный кексик. У нас осталось совсем немножко конвертиков из этой коллекции. И я уже подумала над названием. И сестра мне еще подсказала, что можно назвать эту коллекцию «Мимимикс». Как вам такое название нравится? Если есть предложение, пишите об этом в комментариях. Ну а мы пойдем дальше. Коллекцию «Шарлотта Земляничка». Откроем конвертик наш. И посмотрим, кто же нам попался. Нам попалась вот такая вот девочка. Похоже на вишенку. Под номером 5. Вот здесь. Дальше коллекция с единорожками. И у нас такой вот единорожка с мороженкой. Интересно, это мороженое просто единорожное? Или единорожка покрасился из-за того, что он поел такую мороженку? Он в нашей коллекции под номером 3. И он убежал. Он в нашей коллекции под номером 3. Вот здесь. Дальше коллекция «Спанч Боб». Нам попадается Патрик под номером 11. Аккуратненько помещаем его в наш каталожик. И идем дальше в коллекцию «Gravity Falls». Опять не так открыла конвертик. Когда же я запомню, что у меня здесь специально вставлен уголочек? Эх, видимо, никогда. Под номером 18 вот такой вот дяденька. Ребята, не обижайтесь на меня, пожалуйста, если я неправильно их называю. Я не знаю, как зовут этих персонажей, потому что я не смотрела мультик «Gravity Falls». И, кстати, мне сказали, что этот гномик оказывается злой, а я его назвала милым. Ну, выглядит-то он очень мило. Коллекция BT21. Соберется ли у нас сегодня парочка? Открываем первый конвертик. Так, это вот такой вот песик желтенький под номером 6. Вот было бы здорово, если бы сейчас что-нибудь попалось под номером 5. Мы бы собрали сразу же парочку за одно видео. Нет, это не номер 5. Я уже вижу, что это наша коала, которую я когда-то назвал пандочкой, под номером 13. Вот так разместились сегодня наши наклеечки. А мы идем дальше в коллекцию «Новый год». Мы взяли 2 конвертика, и в следующих видео будем брать только по одному, чтобы нам хватило конвертиков до Нового года. Открываю сразу же 2 конвертика. Хочу поскорее посмотреть, что нам попадется. В первом конвертике
Нам попадается Снегурочка под номером 5. А во втором конвертике что же прячется? Там прячется новогодняя елочка. В нашей коллекции она под номером 6. А вы уже поставили новогоднюю елку? Украсили свой дом? Напишите мне в комментариях. Дальше мы идем в коллекцию Майнкрафт. Открываем конвертик. Смотрим, что же нам попалось. Нам попадается вот такой вот, наверное, монстрик. Или что это? Рыбка, бомба. Под номером 25. И переходим в нашу новиночку. Коллекция фастфуд. Вот так я оформила, как будто бы это экранчики в каком-то кафе с меню. Посмотрим, что нам сегодня попадется. Ох, как не хочет открываться. Нам попадается наклеечка под номером 3. Квадратная. Что же может быть в фастфуде квадратного? Вот такой вот сэндвич. Вот так. Второй конвертик. Что ж он никак не хочет открываться? Вот так. И посмотрим. Нам попадается бургер. И он у нас под номером 5. Кстати, тоже интересно, будут ли у нас собираться парочками. И в третьем конвертике, который тоже не захотел нормально открываться, нам попадается ну что же это такое? Что-то наподобие шаурмы? В нашей коллекции он под номером 9. В следующий раз возьмем тоже 3 конвертика и потом будем брать по 2, чтобы смотреть, попадутся ли нам парочки. Так, а мы переходим в начало каталога, убираем наши повторочки. Злюка из коллекции «Веселые прилипалы». Вот такой вот котик из «Луни Тюнс», коллекция «Коты рулят». И коллекция «Холодное сердце». Вот такой вот милашка Олаф. Ну и на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Завтра видео обязательно тоже выйдет, потому что я не выпускала его 3 числа, в день рождения своей племяшки. Всем до завтра. Пока-пока.